Добрый день, девочки! Как и обещала, сейчас мы с вами будем делать вот такой светильничек. Только он будет у нас желтого цвета, потому что заказ поступил такого цвета, вот и будем делать мы с вами желтого цвета. Так, убираем светильничек. Значит, что нам для этого светильника потребуется? Нам потребуется вот такой прямоугольничек. Вот такой прямоугольничек. Все размеры я вам потом напишу в этом. Таня, где это пишет? В комментариях. В комментариях напишу, да. Значит, прямоугольничек вот такой. Затем нам нужно будет три лепесточка. Вот таких три лепесточка, 13 на 13. Затем 8 или 9 лепестков, 14 на 14. Они у меня вот все заготовлены. После этого 16 на 16. Их будет 12-13. Девочки, вы знаете как? Я вот, как сказать, ну, прям специальное определенное количество я не делаю. Я вырезаю много, делаю много. И смотрю по розе, по цветку, как получается. Так, и последние 18 на 18. Их где-то я делаю, ну, наверное, 8 или 10 штук, но у них отрезаю вот эти уголочки, потому что они будут не нужны. Они будут заходить у нас... на основании, да. Так, я вам буду показывать на примере двух. Вот мы вырезаем, например, первый лепесток, 13 на 13. Срезаем краешки. И еще один. Вот на двух лепестках я вам как покажу, как я делаю. А дальше мы начнем уже клеить. Включаем фен. И вот так краешек мы закатываем. Но старайтесь, чтобы не прилипал этот краешек. Вообще, если честно вам сказать, я все делаю на газу. Я не люблю фен за то, что, ну, во-первых, шумит. Вот, теперь я серединку делаю и вот так ее вытягиваю. И вот такой лепесточек у меня получается. Видите, я на шарик не делаю, как обычно мы раньше делали. Смотрите еще раз. Край. Прогрела и начинаю закручивать слегка, сильно не надо. Может где-то пропустить, ничего страшного, в природе у лепесточка так и есть. Все, вот два лепесточки сделали. Теперь нам еще потребуются вот такие листочки. Вот такие листочки, но это я вам потом в конце покажу, как я их делаю. Пусть лежат. Сейчас молчком, но быстро будем собирать. Следите за руками. Откручиваем основание. Нам оно сейчас пока не нужно. Так, вот многие девочки, прежде чем, например, начать работу и наклеивать лепесточки, ну, проходят клеем или берут, надсекают чем-то, делают, ну, чтобы это. Девочки, если хорошо клеить, ничего с ним абсолютно не делается. Это я вам точно говорю. Вот смотрите. Значит, здесь может быть два варианта. Либо берутся два лепестка, абсолютно не завернутые, голые, и делается, как мы делаем обычно, розу. Вот так мы делаем. Приклеиваем, и у нас получается уже основание куколка. Вы знаете, я упростила этот момент. Я, значит, беру, сворачиваю конвертиком. А почему я так делаю? Потому что вот эти уголочки, они настолько крепко сядут на наш этот светильничек. Вот. Значит, здесь вот я могу прибегнуть к нашей палочке-выручалочке. Сейчас я ее найду. Зажигалочка.
Вот, зажигалка или же клеем. Кому как удобнее, девочки. Так, сделали. Примеряем, как он у нас сядет. Нормально сядет. Так, теперь проклеиваем хорошо уголочки. Они у нас будут как раз держать хорошо. Вот здесь краешек. Выбираем центр. Теперь берем три маленьких, самых первых, три маленьких. Так, но вы, наверное, заметили, видно на камеру, что у нас два цвета как бы будет фигурировать. Вот, поэтому один маленький мы можем взять, вот который делали. И начинаем клеить. Так. Клеим. Смотрите, теперь в промежуточках. Вот здесь я просто, видите, как подравниваю. Очень удобно. Кто еще не приобрел, конечно, приобретайте, девочки.
Так, следующий ряд начинаем делать. Вернее, следующий размер лепестков. И стараемся вот в промежуточках. У меня присутствует цвет шампань и цвет лимона. Так, наша розочка растет, растет. И с каждым размером лепестков мы спускаемся ниже. Ну, где-то, может быть, на 0,8 миллиметра. Так, следующий ряд берем. Так, все. У нас остались только последние, которые у нас большие. Вот они, большие. Здесь у нас немножко есть шампань, немножко такие. Вот мы сейчас посмотрим, как нам уложить их. Теперь вам понятно, почему мы срезаем кончики. Если мы не срежем, у нас на патроны зайдет все. А нам это не надо абсолютно. Поэтому. И вот обязательно в этом ряду последний мы заводим под первый. Это как бы принцип выполнения розы. Так. Сейчас еще будем последний рядок. Вот эту сторону не клеим.
тороплюсь, девочки. Таня, дай, пожалуйста, клей у нас где? Вон он есть. Кончился быстро. У нас остался один лепесток. Чуть-чуть можно было погуще сделать. Сейчас посмотрим, куда его. Держи. И все. А вот теперь вот здесь мы можем немножко присоединить горелочкой. Видите? Вот. И потом немножко ее. Угу. Мы присоединяем вот здесь. Вот. Нижние рядочки. Мы их присоединяем. И сейчас, когда все сделали. То есть вот без я даже не представляю, как можно без горелки работать, честно говоря. Это такая вещь, но нужная, необходимая. И вот так последние рядочки мы можем. Вот так. Раз. Нижние рядочки. Что теперь делаем, девочки? Вот чтобы она интереснее смотрелась, розочка, значит, что мы сделаем? Мы делаем вот такие листики. Вот такие листики. Сейчас у меня один не сделан, я вам сейчас покажу. Вот такие листочки. То есть мы делаем как бы, чтобы смотрелось хорошо, и чтобы это, ну, как-то выглядело, как декор какой-то определенный. Но это я вот вам говорю, как я делаю. Беру проволочку. Вот у нас желтый листик. Жесткий листик будет. Так. Срезаем.
Вот теперь смотрите, ведь изнаночную сторону нам надо тоже сделать, чтобы она чистой была. Поэтому мы должны чистое одно, а еще у нас здесь же будет закручиваться наш патрончик. Поэтому край должен быть аккуратный и чистенький. Так, сейчас мы подрежем все. И вот здесь можно делать любую композицию. Я делала так. По очереди листочки. Между ними вторые листочки. Такой вариант был. Вот у этого у нас, видите, листочки все выполненные, да? И вот такие я сделала бахромошечки. Вот три таких. Чтобы это было, ну, как лицевая сторона вот этого цветочка. Или наоборот, кто-то сделает как боковую. Ну, то есть, кто как определится. Давайте здесь тоже что-то пофантазируем. Вот я их все уже сделала на проволочке. Но среди таких листочков есть у нас еще вот такие. Они мягкие. Вот. Сейчас будем думать, как мы будем делать. Так. То есть, вот он как будет листик. Видите? Я не люблю, когда вот здесь низко. Девочки, это по желанию. Я такие уже 150 раз сделала. Если вы хотите, чтобы он низко лежал, вот этот лист последний, еще ряд прокладывайте, и тогда он вообще будет низко лежать. А я лучше люблю, когда это задекорировано вот этими листочками. Здесь на любителя. Определенной технологии нет, мои хорошие. Так, клей. Начинаем фантазировать. Так. Так. Дань, дай, пожалуйста, ножницы фигурные. Я на каждой розе делаю вот эти листочки разные. Мне хочется просто, ну, как сказать, пофантазировать, скажем так. Поэтому вот так делаю. Видите, уже оригинально смотрится, да? Вот это еще можно подклеить. Дальше поехали. Самое главное, клей держите хорошо, чтобы прям...
посмотрим, как у нас дела обстоят. Последний листочек. Сейчас смотрим, где нам его лучше. Может, нигде не лучше. Так. Девочки, и вот здесь край я прохожу, либо вырезаю полосочку, край обрабатываю фигурными ножничками и вот так приклеиваю полосочку. Она получается аккуратненько, чистенько. Так. Так. Вот мы сделали, знаете как? Ну, скажем так. Не том, что симметрично, а сделали наоборот, асимметрию. Я считаю, что иногда и так нужно делать. Вот это можно пройти феном, закруглить. Вот такая розочка у нас получилась. Вот такой светильничек. Можно зажечь. А? Можно зажечь. Зажечь? Да. Сейчас зажгем. Покажу сюда. А? Можно поставить. Угу. Так, девочки, еще можно его расправить. Он и сам расправит. Он сам еще расправится. Сейчас посмотрим, как он будет гореть. Ну вот желтый, лимонный цвет. Конечно, он всегда горит хорошо. Что бывает? Сначала выключим, найдем ему красивое место, как так вот, хорошо так. Вот так. Вот такой светильничек. Красота. Ну все. Самое главное, быстро сделали. Ну вот каждый цвет смотрится по-своему. Девочки, кому что, если не ясно, пожалуйста. Еще раз говорите, спрашивайте, я вам еще объясню. Но мне кажется, да, если здесь. Если будут вопросы, да. Отдельное видео снимем. Не, ну я считаю, здесь уже какие вопросы. Во-первых, все знают, как собирать листики, в каком порядке. Обязательно каждый ряд, последний листик заводится за первый листик, под первый листик, вернее. Ну, здесь вот ничего. Да, если есть вопросы, то можете звонить, писать. WhatsApp, Viber. Тань, вот ты стоял рядом. 8, тебе все понятно? Мне все понятно, да. 8-965-885-08-00. Если вам удобно здесь, на канале YouTube, вы можете здесь писать вопросы. Всегда Татьяна Алексеевна всегда на связи, она ответит. И либо удобно Viber, WhatsApp, пишите там. Ну да.